Резерв управленческих кадров сформирован в рамках программы «Команда правительства». В рамках этой программы любой мог предложить свою кандидатуру. На первоначальном этапе на сайте зарегистрировались 10 тысяч желающих. Чуть меньше половины дошли до второго тура. К третьему остались 79 человек, и в финале был сформирован кадровый резерв из 18 человек. У всех есть желание работать на благо Нижегородской области. Лично у меня тоже был выбор 10 лет назад, уехать в Москву или нет. Я сделал этот выбор в пользу Нижегородской области, и я своими качествами, знаниями, умениями хочу принести ей пользу. Изначально более 10 тысяч заявок было на самом первом пути заявлено. 4660 человек заполнили полностью биографическую анкету. И 79 человек в итоге дошли до глубинной диагностики. Команда правительства как инструмент – это более широкий ресурс. И он живой, туда еще можно вступить, и он будет и дальше жить и использоваться. Вот эти 18 человек, они будут в приоритете для замещения вакантных позиций в органах исполнительной власти, в том числе в муниципалитетах. Но в том случае, если требования к конкретной позиции не удовлетворяются вот этими 18 человеками, мы будем принимать решение уже в том числе с использованием, возможно, вот этих целевых конкурсов, как, например, конкурс, который мы проводили на министра культуры, как вы помните.